friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. Let's continue our course of 100 Russian verbs in present tense in different forms. Let's go. First verb, to buy, покупать, infinitive, покупать. I buy a gift to my mom. Я покупаю подарок маме. Подарок, gift. Я покупаю подарок маме. Different forms. You buy a gift to your mom. Ты покупаешь подарок маме. He buys a gift to his mom. Он покупает подарок маме. She buys. Она покупает подарок маме. We buy a gift. Мы покупаем подарок маме. You plural. You buy a gift. Вы покупаете подарок маме. They buy a gift. Они покупают подарок маме. Я покупаю, ты покупаешь, он покупает, она покупает, мы покупаем, вы покупаете, они покупают. Next verb. To drink. Пить. Infinitive. Пить. I drink fruit juice every morning. Я пью фруктовый сок каждое утро. Fruit juice. Фруктовый сок. Я пью фруктовый сок каждое утро. You drink fruit juice. Ты пьешь фруктовый сок каждое утро. He drinks. Он пьет фруктовый сок каждое утро. She drinks. Она пьет фруктовый сок каждое утро. We drink. Мы пьем фруктовый сок каждое утро. You plural. You drink fruit juice. Вы пьете фруктовый сок каждое утро. They drink fruit juice. Они пьют фруктовый сок каждое утро. Я пью. Ты пьешь. Он пьет. Она пьет. Мы пьем, вы пьете, они пьют. Two verbs. Я пью, я покупаю. Ты пьешь, ты покупаешь. Он пьет, он покупает. Мы пьем, мы покупаем. Вы пьете, вы покупаете. Они пьют, они покупают. Next verb. To begin. Начинать. Начинать. I begin learning Russian language. I begin learning Russian language, yes. Я начинаю изучать русский язык. О, учить. Я начинаю учить русский язык. Я начинаю учить русский язык. You begin learning Russian language. Ты начинаешь учить русский язык. Yes, he begins learning Russian language. Он начинает учить русский язык. She begins. Она начинает учить русский язык. We begin. Мы начинаем учить русский язык. You, plural, you begin learning. Вы начинаете учить русский язык. They begin learning. Они начинают учить русский язык. Я начинаю, ты начинаешь, он начинает, она начинает, мы начинаем, вы начинаете, они начинают. Now we can combine two verbs into one sentence. I begin to drink fruit juice every morning, for example. Then a verb to drink we will use in infinitive form. Begin to drink. Я начинаю пить сок каждое утро. Ты начинаешь пить сок каждое утро. Он начинает пить сок каждое утро. Она начинает пить сок каждое утро. Мы начинаем пить сок каждое утро.
Вы начинаете пить сок каждое утро, они начинают пить сок каждое утро. Next verb – to introduce – представлять, I introduce my friend to my parents. Я представляю друга, friend. Я представляю друга родителям. Я представляю друга родителям. You introduce your friend to your parents. Ты представляешь друга родителям. He introduces his friend. Он представляет друга родителям. She introduces. Она представляет друга родителям. We, for example, we, sister and brother, мы представляем друга нашего. Мы представляем друга родителям. You plural, you two brothers or two sisters or brother and sister. You introduce your friend to your parents. Вы представляете друга родителям. They introduce. Они представляют друга родителям. Я представляю, ты представляешь, он представляет, она представляет, мы представляем, вы представляете, они представляют. Next verb – to explain – объяснять. Infinitive – объяснять. I explain the work task to my colleagues. Я объясняю рабочее задание коллегам. Я объясняю рабочее задание коллегам. You explain the work task. Ты объясняешь рабочее задание коллегам. He explains. Он объясняет рабочее задание коллегам. She explains. Она объясняет рабочее задание коллегам. We explain. Мы объясняем рабочее задание коллегам. You plural. You explain the work task. Yes. You explain the work task. Вы объясняете рабочее задание коллегам. They explain. Они объясняют рабочее задание коллегам. Now again, let's have some training. I say English sentence, you say Russian sentence in all forms. Let's use the verb to buy, покупать, but let's make the sentence easier. I buy a car. Я покупаю машину. I say I buy a car, you say я покупаю машину. Okay, let's start. I buy a car, you say in Russian. Я покупаю машину. You buy a car, you say in Russian. Ты покупаешь машину. He buys a car. Он покупает машину. She buys a car. Она покупает машину. We buy a car. Мы покупаем машину. You plural. You buy a car. Вы покупаете машину. They buy a car. Они покупают машину. Хорошо. Now again, I say in English, you say in Russian. Let's combine a sentence of two verbs of today. I begin to explain. Я начинаю объяснять. Ты начинаешь объяснять, он начинает объяснять. To explain is always infinitive. Объяснять. Начинать, to begin, changes. Okay, let's start. I begin to explain. You say in Russian. Я начинаю объяснять. You begin to explain. Ты начинаешь объяснять.
He begins to explain. Он начинает объяснять. She begins to explain. Она начинает объяснять. We begin to explain. Мы начинаем объяснять. You plural. You begin to explain. Вы начинаете объяснять. They begin to explain. Они начинают объяснять. Молодец. Now let's repeat verbs to introduce. Представлять and to drink. Пить. I say one verb. And you say another verb in the same forms. I say я пью. You say я представляю. I say ты пьешь. You say ты представляешь. Okay? Let's start. Я пью. Я представляю. Ты пьешь. Ты представляешь. Он пьет. Он представляет. Она пьет. Она представляет. Мы пьем. Мы представляем. Вы пьете. Вы представляете. Они пьют. Они представляют. Молодец. Well, enough for today. Watch this lesson again to confirm. Watch previous lessons. Watch the whole playlist of 100 Russian verbs. See you in my next lessons. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!